песню. Итак, аккорды у нас всего три. Давайте сначала простую версию разберем. Ну и, кстати, даже можно, наверное, без баре сыграть. Сейчас. Да, можно поставить подастер на пятый лад и вообще играть без баре. Даже, кстати, вот когда в концовке там, да, когда девушка поет, да, это, кстати, вот здесь играть, ну, только сейчас понял. Вот и простая версия. Ставим подастер на пятый лад, играем АМ, ДМ, АМ, Е. Сыграть шестеркой, то есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Да, один раз АМ, один раз ДМ, один раз АМ и один раз Е. Если нет каподастера, то можно те же аккорды сыграть обычные. Это будет ДМ, ГМ, опять ДМ и А. Итак, поехали. Ну, можно и обыграть, да, вот так сыграть. Вот давайте эту версию разберем. Соло, как играется? Дайте, наверное, просто, вот я тут как бы успеваю вот это, по-моему, тремоло называется, забыл. А, когда вот так быстро, то есть успеваешь, да, сыграть. Я покажу просто вот именно соло само. Вот так. Да, и что потом просто вставить этот момент. Итак, поехали. Все соло играется на первой струне. Та-та-та-та-та-та. Шесть раз дергаем на первой струне 13 лад. Потом на первой струне... А, ну все на первой струне, понятно, да? Шесть раз 13 лад. Потом 12, 10. Потом шесть раз 15 лад. Потом 13, 12. Да, получается вот так. Теперь на первой струне опять 13, 6 раз. Потом 12, 10. Теперь 12 лад. Тоже 6 раз, 12 лад. Потом 13, 15. И начинаем с самого начала. Вот весь все соло получается вот так. Ну, это заново началось. Так вот, теперь давайте тут разберем. Тоже не особо сложно. Мы как бы это соло, да, просто вставили в аккорды. Кстати, если тут далеко, да, если у вас, например, классическая гитара и до 15 лад далеко доставать, то можно вот здесь сыграть мелодию. Вот здесь. Ну, давайте быстренько разберем. Это будет на второй струне все. Получается 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 3. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 5. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 3. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 8. Поехали. С
Ставим ДМ. Итак, поставили ДМ. Да, давайте быстренько. На первой струне первый лад, на второй струне третий лад, и на третьей струне второй лад. Итак, тут мы играем первую, вторую, третью, четвертую вместе. Потом играем вверх, потом бьем вниз. Да, вот дернули вверх, вниз. И потом еще раз сыграли вверх. Получается вот так. Дергаем вверх, вниз, вверх. Потом опять дергаем первую, вторую, третью, четвертую вместе. Играем опять вверх. Теперь с первой струны убираем палец, играем вниз. Теперь первую струну глушим и играем вверх со второй струны. Ну, тут я просто вверх играю, потому что довольно быстро играется. То есть вот для этого первую струну и глушим. Как мы ее глушим? Вот этот палец, который на второй струне стоит, мы его чуть-чуть опускаем. Вот тогда подгинаем, чтобы он коснулся первой струны. И вот она, чтобы с таким звуком была. Давайте еще раз быстренько ДМ пробежимся, дергаем. Потом вверх, вниз, вверх, дергаем, вверх. Первая струна открытая, вниз. Первую струну глушим, вверх. Весь аккорд ДМ получается вот так. Идем дальше. Следующий аккорд GM. GM тут лучше всего зажать в таком виде. На первой, второй, третьей и шестой струне зажимаем третий лад. А третий лад мы зажимаем так, чтобы... Ну, вообще аккорд зажимаем так, чтобы у нас указательный палец был свободен. Для этого нам нужно на шестой струне зажать большим пальцем. А тут, соответственно, мизинцем, безымянным и средним. Итак. Тут мы для чего вообще указательно оставляем? Потому что у нас мелодия будет на первом ладу еще. То есть сразу можно готовить указательный палец, зажать на первой струне первый лад. Ну, как бы просто его морально приготовить, потому что потом нужно резко вот так зажать. Тут мы играем первую, вторую, третью, шестую вместе. Вверх, вниз, вверх. Теперь опять первую, вторую, третью, шестую вместе. Потом опять вверх. На первой струне зажимаем теперь первый лад. Играем вниз. Первая струна открытая. Играем вверх. Получается вот так. Когда мы играем на первой струне аккорд GM, то уже стараемся аккуратнее сыграть, не задевая четвертую струну, пятую, то есть старайтесь именно по низу сыграть, чтобы выделить мелодию. Получается вот так. Давайте два аккорда склеим. Теперь опять играем ДМ. ДМ играем точно так же, как и в предыдущий раз. Последний аккорд А на второй, третьей, четвертой струне, второй лад. Играем его... Играем тут мы первую, вторую, третью, пятую вместе. Потом вверх, вниз, вверх. Теперь опять первую, вторую, третью, пятую вместе. Вверх. С четвертой струны убираем палец. И ставим на первой струне первый лад. Играем вверх. Зажимаем на первой струне третий лад. Играем вниз. Да, вот тоже уже в аккорде А, когда на первой струне у нас меняется мелодия, то мы играем только по нижним струнам, по первым трем. Получается весь аккорд А вот так.
потом сразу ДМ. Кстати, да, неправильно. Я думал, лучше мизинцем тут перескакивать. Но, наверное, все-таки лучше вот так ДМ двигать, вот так вот зажимать. Ну, это нюансы, вы когда потренируете, сами поймете. То есть, как вам удобнее. Давайте медленно попробуем все четыре аккорда сыграть. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.